солнышко с рассвета, щебечут птички за окном. Весна мартовским приветом стучится ласточкой в дом. А нам сегодня не до смеха, не до веселья и весны. Нам злые птицы на планету коронавирус принесли. Работа, школа в интернете, мы в масках вовсе не смешны. И понимают даже дети, беречь друг друга мы должны. Пусть нам сегодня не до смеха, не до веселья и весны. Мы для спасения планеты сидеть в домах своих должны. Планете вы.